На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигает. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а ныне гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты. Песни, стихи, монологи о войне. Сегодня как никогда важно сохранить память. Ради мира, ради жизни, ради детей. Из Абакана в далеком 41-м ушли на фронт почти 20 тысяч воинов во имя победы и Родины. Сегодня вновь история повторяется. Со станции Абакан уходят поезда. На Донбасс уезжают защитники. Жители отправляют помощь фронту. Поздравляю всех с наступающим праздником. Праздник действительно великий. В годы Великой Отечественной войны воины-железнодорожники принимали активное участие в боях, восстановление железных дорог, соответственно, и железнодорожных мостов в том числе. Хочу обратиться в большей степени к молодому поколению, чтобы вы изучали историю, помнили о том, что поколение, которое не знает свою историю, это поколение без будущего. На митинге в музее железной дороги на станции Абакан вспоминают фронтовые дороги наших солдат. Героев прошлых лет и настоящих. Здесь можно написать письмо солдатам Донбасса, сделать окопные свечи. Мероприятие объединило военнослужащих Абаканского гарнизона, ветеранов, железнодорожников, школьников.